Разговор о пожарах мы продолжим в студии программы «Днями». Наш гость – первый заместитель начальника Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Дмитрий Лакиза. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый день. Ну, фотографии черного дыма таким столбом над Могилевом, они заполнили вообще интернет 25 апреля. Честно говоря, они многих испугали. Скажите, как профессионал, бояться было чего вообще? Да, действительно, звонков было масса. И звонили люди? По номеру 101. Ну, вообще, когда вот такое вот видишь, вот у нас сейчас как раз эти фотографии, я думаю, что есть чего звонить, да? Да, да. Выглядит, честно говоря, ужасно. Кадры серьезные. То есть люди испугались? Звонки были даже и из Казимировки, которая находится больше там 10 километров от этого места. В конечном итоге в течение 20 минут там работало больше 10 пожарных расчетов. Количество личного состава порядка 80 человек. И также сразу было принято решение, мы попросили привлечь пожарный поезд Белорусской железной дороги Могилевского отделения, который тоже оказал серьезный вклад в ликвидацию данного пожара. Такая техника, наверное, не часто используется, да? Вот пожарный поезд. Да, да. У него большой запас воды, что и необходимо было для тушения данного пожара. А быстро вы справились с вот таким пожаром? По меркам вашим, вашей работы МЧС оценивать? Скажем так, что в течение часа пожар был локализован. То есть это термин, который не было распространения дальнейшего увеличения площади пожара. И в течение, по истечении с момента вызова порядка 3 часов пожар был ликвидирован. Ну и уже к утру, можно сказать, что от пожара напоминали только кое-где там дымящиеся буквально эпизоды. Пожар такой очень страшный, повторю, да? Вообще скажите, грозит ли сегодня городу большой пожар? Вот как в 1910 году, когда на Лупулово сгорели 700 домов, такое возможно сегодня? Ну да, в истории Могилева это, наверное, последний такой крупный пожар. Я надеюсь, это будет Богу, так. Больше 100 лет. Я даже скажу, уверен, потому что с тех пор, ну, скажем так, действует такая отлаженная система нормирования расстояний между жилыми домами, которая на сегодняшний день нормирует расстояние между жилыми домами от 6 до 15 метров. Ну, это по распространению пожара. Ну, и техника, да, я так понимаю, у вас уже другая. Кроме того, и возможности службы спасения несравнимо гораздо выше на сегодняшний день, чем были тогда. Вообще, вот эти выходные длинные, да, они были достаточно напряженные для вашей службы. И цифры очень страшные. Вот в Кричеве, в Круглянском районе 8 человек. Вот скажите, на ваш взгляд, можно ли как-то повлиять на вот эту цепочку причин под названием «выпил, заснул, закурил» или «выпил, закурил, заснул»? Можно ли на этих людей повлиять? Ну, вы цепочку назвали. Выдерни из этой цепочки что-нибудь одно, и не будет той трагедии в конечном итоге. А можно ли это сделать? Это, знаете, как вот в фильме «Ну, давайте, проводите среди меня разъяснительную работу». А? Я буду слушать. Да, я буду слушать. Ну, работу все равно такую проводить нужно. Нужно об этом говорить. И, наверное, количество спасенных жизней, и в том числе от автономных пожарных извещателей, количество спасенных жизней, скажем так, бдительными людьми, соседями, кто-то случайно заметил, оно есть. Много человек погибли вот по таким причинам? На сегодняшний день у нас погибло 27 человек. И, скажем так, что только трое были в состоянии в трезвом. Что мы должны делать, Дмитрий Владимирович? Я думаю, вот, что касается обращения к людям, то, наверное, все, что вот делает средства массовой информации в вашем лице, в лице ваших коллег, что делает наши службы, органы говорить, власти. Говорить об этом постоянно, нужно напоминать. Говорить с целью повышения уровня самосознания людей в области безопасности жизнедеятельности. Ну, вы так сказали, сложно. То есть каждый должен о себе все-таки заботиться. Безусловно. О своей безопасности. Безусловно. Благодарю вас за интервью. Понимать об этом. Спасибо. Наших коллег. Что делает наши службы, органы говорить, власти. Говорить об этом постоянно, нужно напоминать. Говорить с целью повышения уровня самосознания людей в области безопасности жизнедеятельности. Ну, вы так сказали, сложно. То есть каждый должен о себе все-таки заботиться. Безусловно. О своей безопасности. Безусловно. Благодарю вас за интервью. Понимать об этом.